Ребята, на тюнинг выхлопа к нам приехала Porsche Panamera. Тут 4.8 турбо. Здесь система полностью стоковая. Катализаторы, кстати, они на месте. Все на месте, спортсмены! Я отсюда, блядь. Резонатор тоже на месте. Наша работа заключается в том, чтобы снять банки. Банки двухрежимные. И переделать внутреннюю конструкцию таким образом, чтобы машина зазвучала по-другому. Сейчас мы вскрываем банки, да, то есть сейчас нужно внешнюю часть снять для того, чтобы подобраться к внутренней конструкции и переработать ее таким образом, чтобы машина стала громче, но в салоне было комфортно. Здесь у нас получается три камеры в этой банке. Нам необходимо практически полностью перекрыть для того, чтобы банка меньше работала, для того, чтобы звук был громче. Собственно, набивку мы сейчас уберем и приступим к работе. По окончанию звук уже будет другой. Все работы мы сделаем за полдня и, естественно, все будет наивысшем уровне, как и делается в ультравыхлоп. Подписывайтесь, ставьте лайки, обращайтесь, комментируйте. Рады будем ответить на все ваши вопросы. Thank you.